Здравствуйте, дорогие мои компьютерщики, электронщики, ботаники, ну и любители всякой разной живности, вроде насекомых, вроде моих тараканов там, не знаю. Долго думал, о чем снять, но, наверное, сразу как бы о многом. Как всегда, не получается короткие видео снимать, времени мало. Работы, сами видите, очень много. Просто невообразимое какое-то количество. Я в городе вот не тонул в таком количестве работы, вот честно скажу. Здесь имею монополию фактически. У меня тут такой поток через меня электроники проходит, что тут как бы не забалуешь, что называется. Надо все быстро делать, иначе клиенты ворчат и прочее. Поэтому не успеваю. Так вот, о чем сейчас хотел снять? О том, что у меня некоторые проблемы возникли. Ну, потому как я долго на них внимания не обращал, и, естественно, они возникли. Некоторые возникли, потому что наплевательство мое, некоторые проблемы возникли из-за того, что, ну, как бы хотел сэкономить, и не очень получилось. Вот видите, вот у меня клубника есть. Она, как бы, немножко болеет. Болеет по нескольким причинам, ну, потому что рассада была сама по себе такая не супер. Вот. Посадил я ее на землю с огорода. Естественно, это вообще нет большого ума. Что-то я поторопился. Ну, мне просто некогда было, опять-таки. Вот. А потом еще у меня тут паутинный клещ завелся. Тут вообще мне прям по полной программе сделал жизнь. Вот. Так что сейчас я борюсь с ним по полной программе. Вот. Купил я вот этой же фирмы замечательный яд. Вот, от этих всяких жучков. Но он, как и вот это удобрение, оно абсолютно бестолковое. И точно такой же у них яд бестолковый. Это я к чему? Потому что не надо такой покупать. Берите, ребят, фитоверм. Фитоверм, он мгновенно все убивает. И как бы сколько раз пользовался, все гарантированно отлично работает. Вот, здесь мое несчастное растение, которым я года полтора ничего не делал. Ну и, естественно, там возникли некоторые проблемы. Ну, сейчас, я думаю, она чухается. Самое главное, что у меня эти полтора года стоял на полностью автоматике. То есть, я вообще там не подходил, только воду в бак заливал. То есть, поэтому, если оно осталось у меня живым, то это уже хорошо. Вот. А это у меня фейхоа. Это уже подновил немножко, подрезал. Ну, думаю, может, черенки примутся. Ну, хотя вряд ли при таком способе. Ох-ох-ох, так что видите, что сейчас в мастерской получается. Я здесь уже и растения насовал, и уже все, что можно. Сейчас мы систему отопления у нас в лаборатории сделаем. Газ нам подвели наконец-то. И здание уже построено, этих помещений. Там тоже теплый пол есть. Так что мы все отопление сделаем. И тогда я уже вот это все, весь этот бордель перевезу туда. Не буду больше здесь это все захламлять, потому что здесь электричество дорогое, тариф такой, что будь здоров, называется. Вот, лампочку проверяю заодно. 150-ваттная, натривая. Ничего, работает. Давно он у меня валялся. А у меня всякие разные есть. От 70 до 400 ватт. То есть, в принципе, тестировал разные. Поэтому набралось в свое время. Ну, как оказалось, вполне себе. Я думаю, пригодится и здесь мне это дело. Потом, что я еще тут делаю? Ну, в принципе, опять же, вернуться, если к этим всяким моим ботаническим делам. Удобрения я давно сам на калькуляторе высчитываю специально. Вот. Там очень много важных моментов. Там и последовательность смешивания и все прочее надо учитывать. Но то, что я делаю, оно, по крайней мере, очень-очень мощно работает. Меня это устраивает. И как бы, вот. Поэтому, ребят, прежде чем что-то покупать, какие-то вот такие вот вещи дорогущие, ну, как я вот давно купил, это давно я покупал. Ну, думал, что-то путное. Тогда я еще даже не считал эти удобрения. Это вообще уж, не знаю, больше 5 лет назад стоит. Ну, какой 5? Больше уже. Вот. Так что такие, ребят, пироги. Сейчас пытаюсь все бегом, как говорится, исправлять, устранять. Не знаю, что получится. Не получится. Так ладно. Буду, как говорится, к следующему сезону готовиться. А там уж видно будет. А, еще один момент. Сейчас мы в тех помещениях, наверное, будем целлофаном все оббивать.
потому что, как мне посоветовали, действительно может плесень возникнуть. Но мы сейчас газообмен не будем делать от грибного помещения. В тех помещениях не будет газа идти. Так что, я думаю, все равно добить. Потому что там у нас планируется прям совсем скоро бассейны поставим туда для рыб. И будем на местных мальках, как говорится. Поставим в речках ловушки и будем малька местного ловить, туда забрасывать. Его можно очень быстро наловить. И насекомыми кормить, как планировали. Поэтому сейчас, я говорю, все наши планы потихонечку реализуются. Да даже вполне себе нормально. Завтра, думаю, котел, если купим, то вообще все пойдет быстро. Так что такой анонс. Не знаю, анонс не анонс. Просто что накопилось, то и снял. Сидел на работе, думаю, что бы снять, пока лампочка греется, проверяется. Такие пироги. Ладно. Я к тому, что я еще не умер. Я к тому, что я еще живой здесь. Что-то делаю и, в общем-то, с ума не сошел. И, в общем-то, все потихоньку двигается. Так что вы, ребята, если чем-то сложным занимаетесь, то запаситесь терпением. Все сразу оно никак не будет. Все будет тяжело. Тяжело и долго, потому что это Россия. А в России так оно должно быть, наверное. Здесь особый климат для проверки на прочность человека, что называется. На этом, пожалуй, все. Всем удачных экспериментов. И здоровья крепкого. Всем пока.